Кроме того, владельцы этого имени стремятся к знаниям, а также делать все добросовестно. Звук «Г» в этом имени предопределяет стремление к знаниям, практичность, умение правильно оценивать ситуацию и быстро реагировать на происходящее. Но также звук «Г» означает и обидчивость, ранимость и тонкую душевную организацию. Этим людям свойственна склонность к самолюбованию. Звук «Е» также говорит о легкой приспосабливаемости, сексуальности, нередко подавляемой закомплексованностью. Кроме того, звук «Е» придает обаяние и простоту. В любви ищут партнера, способного на поддержку и преданность. Звук «Г» указывает на стремление к знанию и к тайнам жизни. Квартира без сквозняков, шуба из натурального меха и полный деликатесами холодильник – вот могут стать пределом мечтания этого имени. Предупреждение владельцу с буквы «Л» – не тратить жизнь впустую, а найти свое истинное назначение. Как Солнце является центром нашей Солнечной системы, так и эти люди всегда оказываются в центре внимания. Ярко выраженная индивидуальность не позволяет им оставаться в тени событий. Значение буквы «Ю» символизирует упрямство и настойчивость, взрывной темперамент, непредсказуемость, желание выделиться из толпы, стать центром внимания. Обладатель имени иногда бывает бестактен, легко идет на конфликт. Магическое число этого человека – 1. В нумерологии имени при определении индивидуальных черт характера указывает на самостоятельность и независимость человека. Эта буква наделяет людей заносчивым характером. Коммуникабельность и дружелюбие этих людей сочетается с импульсивностью и энергичностью. Очень часто человек с буквой «Р» в имени бывает резок и невоздержан в высказываниях. Ни за что на свете люди с этим именем не покорятся никому и ничему. Если этот человек чем-то увлечется, то может даже пойти на глупый риск. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.